Итак, я собираюсь сделать гильотину для того, чтобы забивать перепелку. Для этого я приобрел такую железяку, это будет у меня лезвие, я ее наточу, пружину от двери, такая довольно мощная. И вот у меня есть такая жестянка, из нее буду делать саму коробку, в которой будет сидеть птица. Если у меня что-то выйдет, тогда я смонтирую ролик и выставлю его у себя на канале. Дело в том, что не всегда есть возможность просить кого-то порезать птицу, а у самого не поднимаются руки на животину вручную. Пришлось поискать на просторах интернета приспособление, которое упростило бы эту задачу. Данное изделие я посмотрел на канале дважды отец Дмитрий, и изделие называлось, видеоролик назывался «Гильотина для забоя перепелов». Вот, и по этому образцу я решил сделать для себя такое же приспособление. Итак, за пару часов работы у меня получилась вот такая вот штука. Это еще не законченная версия. Еще здесь надо сделать крышку, чтобы свет не попадал внутрь. И сделать какой-то спусковой механизм, который будет освобождать гильотину. Пружину разрезал пополам, закрепил тут шайбами, чтобы она с удара не слетела. Здесь я прицепил, просто отверстие вставил. Сейчас я продемонстрирую, как она работает. Итак, засовываем палку, пружина заведена. Проверяем, как это устройство работает. Итак, проводим испытание повторно. Смотрим результат. Итак, вот что у нас получилось. Это как бы последняя версия, но не заключительная. Сделал крышку. Сюда сажается птица. Закрывается крышкой для того, чтобы не попадал свет, и только через смотровое окошко птица высовывала голову. Здесь внутри такие вот направляющие, чтобы птица не очень далеко высовывала шею. Буду еще работать над спусковым механизмом.
пока что временно издается она таким способом, отвертки. Натягиваю, пружина очень тугая. Итак, я взвел изделие, пружина натянута, придерживая вот этой кусочком металлической пластины. Ну и понятно, процесс. Отпускаю, лезвие уходит вниз, пружина тянет его вниз. Ну, по желанию можно еще подточить его, доделать. Буду сниму, может быть, еще одно видео, где пока что на ум ничего не приходит, но надо сделать какой-то спусковой механизм, потому что так не очень удобно. Так. Ну, если понравилось, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Всего хорошего. Пока.